Всем привет! С вами Крошик Дэй! Сегодня у нас будет... Классный! Челлендж Аквагрим! Ура! Наконец-то! У нас есть две мисочки с зверьками, с цветами. Ну что, вы готовы? Да! Да! Условия челленджа такие. Сначала выбираем зверя, а потом разрисовываем тремя цветами. Выбираем три бумажки и тремя цветами разрисовываем. И рисуем этого зверя. Всего лишь три! А теперь разрисуемся аквагримом! Я начну. Первая. Ну, выбирай. Ну, интересно, что у тебя там нарисовано? Написано. Ёжик. Так, там а цвета? Разные. А цвета? Давай, три цвета. Так. И первый цвет у нас синий. Так, второй. Есть. А второй у нас красный. А третий. И третий. Какой же? Не знаю. Желтый. Я... Узор. Узор. И теперь я выбираю три цвета. Первый цвет у меня синий. Как и у меня. Второй цвет у меня голубой. А третий какой же? Не знаю. И третий розовый. Я хотела розовый. Жаль, чтобы мне он не попался. Ладно, в следующем челлендже. Я буду рисовать Зарину. А я буду рисовать тебя. А давай вместе папу. Давай. Нет, я не хочу. А давай я выберу цвета. А я выберу зверя. Давай. Ему попался узор. Так, розовый. Как и Зарине. Красный. И давай третий. Можно я? Конечно. Фиолетовый. Давай начнем с папы. Классная идея. Мы рисуем узоры. Я нарисую на руке. А я нарисую на... Я нарисую здесь вот как раз. О, что вы со мной сделали? Нет! А теперь будем рисовать Зарину. Итак, начнем. Надеюсь, это не сильно страшно. А теперь рисуем Аринку. Что вы за мной сделали? С вами был Крошик Дэй. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. А как это нам все смыть? Не знаю.